Hello everyone, our dear readers, you know that Oral Hanbok e-library works now online. Well, let's make the most of our time in quarantine. Do you know what does it mean, quarantine? Quarantine means isolation time. Ребята, те, кто ходил на наши занятия по английскому языку в библиотеке, знают, да, что английский язык очень легкий, потому что в нем очень много интернациональных слов. Одно из них сейчас наиболее часто употребляемое – это слово quarantine, то есть карантин, время изоляции. Давайте используем это время с максимальной пользой. Будем повторять английский. Now, children, I want to show you some books that we have in our library. For example, this textbook of the famous Macmillan Publishing House. Знаете, есть такое знаменитое издательство Macmillan Education. Оно выпускает учебники и учебные пособия для самых разных возрастов, для детей, которые собираются изучать английский язык. Оно очень такое интересное, увлекательное и легкое. Здесь вы можете повторить числительные. Допустим, 5 and 5 makes 10. Можете повторить первые слова, можете выучить, вернее, первые слова, выучить написание. То есть все мы знаем, допустим, как ручка по-английски, да, pen, pencil, карандаш, rule, линейка и так далее. Ну вот тут очень интересный пример, как запомнить, например, написание этих слов. То есть говорит и мы говорим, но пишем иногда не очень верно. Поэтому, чтобы потренироваться в спеллинге или в написании слов, берете телефон и тренируетесь на клавиатуре, набираете слово pen. Знаете, несколько раз наберете, ну, допустим, раза три, да? И само собой вы запомните написание этого слова. Ну и так далее. Для более продвинутых школьников в детском отделе нашей библиотеки есть много книг на английском языке. For example, The Adventures of Tom Sawyer. Например, «Приключения Тома Сойера» знаменитого американского писателя Марка Твена. К книге прилагаются диски. Вы можете не только прочитать, но и прослушать ее. Здесь же вы найдете перевод всех незнакомых слов. Okay. Well, bye-bye.